Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас Need for Speed Drifting. Сегодня у нас замечательная машина, как Toyota Supra. Так, что, начнем? Управление очень хорошая машина. И заносит ее тоже хорошо. Так, видео. Так, ролики на моем канале будут, по крайней мере, в этом месяце выходить немножечко больше. Потому что решили на каникулы. Можно немножечко отдохнуть и позаниматься. Записываем видео. Уже четвертый круг. Сегодня, не знаю, когда вы это видео увидите, будет должен выйти два ролика. Очень мне понравилась игрушка от Rock Face Quest, я как узнал, у них 5 частей. Первая часть уже записана на моем канале есть. И теперь будет вторая, третья, четвертая, пятая. На самом деле игрушка очень прикольная, то есть можно было посидеть, поспитать. Уже действительно там было такие миссии, что вроде как бы там все легко, но найти это легко еще надо. Тем временем у нас уже 8 круг, 135 тысяч набрали. Смотрим результаты. 185 424. Смотрим статистику. Лучший результат 15 006 секунд. Каждый круг. Так, самый лучший круг у нас получился 5, 33 тысячи. Самый плохой круг 6, ровно 5 тысяч. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, рассказывайте друзьям. Всем пока.